Егор, ты куда? Куда? В общагу, куда еще? Так а как же мероприятие? Какое мероприятие? Сегодня начинаются Дни науки. Ну и что с того? И сегодня тема «Ядерная угроза», а у тебя как раз курсовая на эту тему. Да? Ладно, это серьезный аргумент, пошли. Ну, пошли. В этом году Дни науки будут посвящены таким международным вызовам, как региональные конфликты, международный терроризм, миграционный кризис, изменение климата и ядерная угроза. Расскажи, почему вы каждый год проводите Дни науки? Мы проводим это не просто для галочки. Естественно, это у нас мероприятие традиционное, и оно из года в год идет. Но каждый раз мы находим что-то такое, к чему мы неравнодушны и что мы хотим рассмотреть. И мы считаем, что многие проблемы можно решить с помощью такого научного подхода, когда ты проблему со всех сторон рассматриваешь, изучаешь и потом предлагаешь какое-то комплексное решение. И для того, чтобы все хорошо прошло, нужна слаженная команда, которая работает как часы. Если такая команда есть, то нет ничего невозможного. Расскажи, с чего начался сегодняшний день? А сегодняшний день начался с того, что мы провели ребятам экскурсию по выставке, рассказали им, какие картины относятся к каким вызовам, как это все взаимосвязано с конференцией Дни науки и почему мы, собственно, это делаем. Нам очень нравится, что в разном формате представлены мероприятия. Так, например, сейчас была лекция, и будет круглый стол, где можно услышать не только самих лекторов, но и других студентов. Что за игра вот сейчас будет здесь происходить? Сегодня клуб международной безопасности МГИМО организует игру «Ядерный терроризм и в безопасности – это вопрос». И, соответственно, к концу игры ребята придут к выводу, возможна ли угроза ядерного теракта или нет. Игорь Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от сегодняшнего мероприятия. Ну, я должен признаться, что я сюда попал совершенно случайно, проходя мимо аудитории, увидел надпись «Ядерный терроризм». Это очень интересно, это заставляет думать. Мне все очень понравилось. Ну, то есть сам факт, что студенты интересуются такими серьезными проблемами, это уже очень хорошо. Ну что, как тебе? Вообще мне понравилось. А что завтра будет? А что будет завтра, ты узнаешь у нас на канале. Так что следите за нашими новостями.